гасит. Серега долго его не было. Шел вторым. Так, Леня выехал. Военные мосты. 36,6 колеса. FBL 160. И все блокировки. Была задержка, но едет круто. Хоть без изменений. Дима, что-то с мотором, что-то какой-то был звук. Красиво работает мотор. Не завелся, просто встрял, сейчас подлебедятся и поеду. Так, лидер опять здесь. Уже ему никто тросом не мешает вроде. Ох, какое там жесткое место. Ну, цепляется, молодец. Аккуратно, без лишнего газа. А вот и Леня поехал. Пока не везет, тягу поломал он в ТР. Один поехал, сломал тягу, починился. Ну и вот идут. Высота хорошая машины, видите, даже патрулей на капот заходит, самурай. С его размерами. Очень сложно. В натяжку, молодцы ребята. Все лишнее, я так понимаю, снято с машины. Видите, как глубоко. Надо в своем темпе в такой гонке идти, тут нечего пыжиться. Что машина может, то она покажет. Начинаешь дубасить, она разлетается. Пашенька, не заплывай за буйки! Ну, чуть не проехал. Это его место, манит оно его. В прошлый раз ремонт двигателя был в этом месте. После этого места. Выход такой. А, видите, траекторию попроще взял. Так, Ромыч валит. Ну, стабильно идет. Так, ну мы сейчас ошибку эту не сделаем и пойдем в то сложное место. Все долго едут. Там интересно должно быть. Сейчас мы туда пойдем. Тут, в принципе, все понятно. Хаммер достали, газик сидит. Пойдем посмотрим, что там. Вон 70-ка пластмассовая, 1500 килограмм всего весит. С 3-литровым турбодизелем. Ну-ка. Где-то долго их не было. Начали хорошо первый круг. Были в лидерах, но где-то потерялись. Это Ромыч сидит, не сидит, не сидит пока. Но тут сложно, уже накопано.
погасить, останется от него. Да не, больше останется, тут машины посерьезнее. Что, проскочил? Нет? Ямка, останется две машины. Попал там, где сидела Витара. Ну. Отходи, отходи, отходи! Тут контролируешься. Леха, давай сюда, да, Леха! Леха, сейчас на нем, дорога идет. Вот сюда давай, Леха! Леха, сюда давай, Леха. Мы сейчас на нем будем. Мы сейчас вот идем. А вы заскочите, давай! Давай, давай, Коксу! Чуть живее, Леха, быстрее зайди немножко, ровнее зайди. Нормально там ровно, да. Блин, там у меня объект. Попробуй. Лучше туда он там. Да не, надо на ходом надо. Давай еще назад. Парни, блин, технично. Заедет туда. Да заедет. Объедь туда лучше, он дает все репарше. Сложная, конечно, такая трасса, хорошая, но сложная. Немножко резче просто нужно. А тут Нива сидела. Чуть надо живее, надо немножко крутить его. За Влада подлебедись, Ром. Ну, надо немножко резче просто. Вправо, потом резко вот влево. Вот, вот. Правее возьми вот так. Так его сброси сейчас. Пробуй сюда. Вот сюда пробуй. Вот, вот. Он ходом зайдет. Патрон не зайдет? Зайдет, зайдет. Стегать! Убирай руку, руку, руку. Сюда, сюда, тут дорога! Отходи, сюда. Отходи, отходи, отходи! Да, красиво. Зарубилово неимоверное. Штурман, возьми правее на твердом возьми. Ваня едет. Ваня возьми. Хорошая машина, надо чуть чуть смелее. Ваня, Ваня, давай. Осторожно. Ваня жесткий. Ваня жесткий просто. Накатали новую траекторию, хорошая траектория тут, ну есть зацепиться за что. Валера! Серега легко заедет сюда. С его весом что тут ехать? Thank you.
хорошо. Так, ну тут... Давай, Валер, сюда. Якорем, блин, пока не получается. Вот так! Так. О, этой не было машины вообще давно. Она вначале была, а потом где-то исчезла. Надо идти, короче, смотреть на другие места. Там есть интересные места. Вот борьба какая. А не, был это УАЗ. Был он только что, да, я ошибся. Я его не узнал просто. Патрол как режет. Наступил. Это борьба, блин. А ну смотри, чтобы никто не подлез под камеру. Красавчики. А у вас траекторию знает. Короче, жесткач продолжается. Теперь пилот едет на якоре, а штурман решил погазовать. Дорога полностью перекрыта, ехать некуда. Отходи, 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 осторожно, может бросить. У вас своя там траектория, с его артикуляцией, а тут трос. Неправильно поехал. Лебедись за него, лебедись! Вытягивайся! Подстав! Так, это Вова с Серегой. Да, это в Танзанию они со мной ездили, точнее я с ними. Мы с ними, правильно сказать. Он там не проедет. Да, много Рома потерял времени. Вова, вот здесь, Вова! Лё, Вова, вот вход! Вова, да. Это Вова, серьезный. Путешественник. Бородач помогает, да. Чуть-чуть, можно? Морально, морально. Поддерживает Ромыча. Вова, 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 я тебя прошу, Вова! Руслан, Вова, я штаны! Вот ёлки-палки, держи, вон тебе палку я дают! За руку помощи, твои штаны! Серёжа, ну ровнее надо заходить, пистолента! Тебе надо вот так! Нань, Ромыч вот, борется как! У нас передняя лебедка накрылась. И пацанам зацепите, постойте якоря минуту, пусть подтянутся. Они в яме, блин, не могут, а блин. Подтянуть? Не, вперед их подтяните, постойте. А как вы вперед, если вы сзади? Сейчас проедете и подтяните их, блин. Подходим. Да, коксу, коксу. Отходим, отходим, отходим. Серега. Рома, Рома!
Так, самурай. Это... Стой, 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 подожди. Андрюха, подпусти. А влево, влево уходи. Андрюха, влево. А, я понял. Осторожно. Давай, 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 это носы. Помогай, давай! Помогай! Тормоз, тормоз не держит. Братуха. Так, это Леха, Леха, Леха. Лента не защищает, друзья. Лех, чуть резче, резче чуть-чуть. И вправо чуть-чуть. Правее. Это жесткие ребята. Отлично, право, хорошо. Колонны, да. Ну хорошо, Бодров посидел сначала, но идет теперь достойно. Я думаю, где-то на втором он уже месте. Очень четко идет. Кто там еще? А вот и Леня. Тоже долго. Сейчас пойдем на туда, посмотрим, что там происходит. Влад! Влад! Олег, снимай, Олег! Р3 тут, наверное, же будет, да? Влад, а ты все будешь? Влад, Влад, потяни их задней лебедкой. Что там, парни, залепетит назад? Да, да, назадник надо, вторая двойная не идет, назад попробуй. Да сейчас, сейчас Влад вперед. Не заводится машина? Все, 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 спасибо. Не надо. Леня, давай, вот твое место, Леня, вот. Да. Ну, конечно, тут все едут. Штурмана забери, только она тебя не догонит. Отошли, отошли, это жесткий пилот, отошли. Юля, не жарко, Юль? Леня нормально валит, новая машина пошла. Зашла четко. Через час, не сейчас. Да, на минуту. Так, что у нас тут? Не копай, Рома, не копай! Не-не, там яма выкопана уже на ТР-1 накопали, там, понял? Там сидела Витара, блин, еле достали ее. Ох, как он красиво зашел, блин. Зубы, зубы. Ой,
нормально идут, красавцы. Боевой патрул. Все, достали. Сейчас якорь надо погрузить. Еще можно побороться. Шли хорошо. Полетели. Да, обидно, туда не подсели. Так, ну что, надо идти туда. Машенька, елки-палки, что ж такое? Не отпускает его это болото. Так, Серега очень долго где-то... Нет, это не Серега, все равно этот УАЗ закотлеченный долго едет, ну красиво идет. Так, лидеры валят тут так по-взрослому напрямике. Патрол глотает все.